вообще огромный, то, конечно же, на таких мероприятиях я пользуюсь очень красивыми аксессуарами, и, к счастью, это все выглядит очень гармонично, потому что они легкие, эти платочки, их можно либо, да, либо просто, но я не могу, я у меня ношу. Я сошу даже с большим удовольствием. Давай. Слушайте, главное, сейчас если вот... Сейчас я покажу рядом. Так, первый вариант самый-самый простой. Просто накидываешь платочек, свешиваешь назад, или лучше, чтобы он не слетал во время мероприятия, на маленький узелочек, да? Вот, собственно говоря, даже я не портится прической, все красиво смотрится, если это локон, можно локон один вытащить вперед. Такой, ну, на плечи можно накинуть, конечно. Второй вариант более уже сложный, это когда ты, ну, я не буду прическу делать, больше, это когда ты облипаешь голову и плотно его завязываешь. Давайте попробуем.